Всем привет! Вы на канале Автозвук и в данном видео мы поговорим о защите автомобиля от угона. Но не с помощью привычной автомобильной сигнализации, а с помощью так называемой радиометки и мобилайзера. Само по себе слово иммобилайзер не является чем-то новым, и я уверен, что оно хорошо знакомо многим автомобилистам. Тем более, что во всех современных автомобилях имеется так называемый штатный иммобилайзер. Его метка встроена в родной ключ автомобиля, благодаря чему этот ключ при включении зажигания проходит, скажем так, двойную идентификацию. То есть он должен совпадать с личинкой замка зажигания механически и также система безопасности автомобиля производит электронный опрос на предмет выявления это свой ключ или чужой. Но помимо штатного иммобилайзера можно использовать еще дополнительный иммобилайзер, то есть дополнительную радиометку. И она как минимум интересна тем, что если злоумышленник, например, завладел родным ключом, либо копией ключа, без этой метки автомобиль все равно далеко не уедет. В комплект входит две метки иммобилайзера. Они являются водонепроницаемыми и имеют очень компактные габариты. Благодаря чему метку можно поместить в любом кармане, портмоне, да, собственно говоря, где угодно. Главное не вешать эту метку на одну связку с ключами от автомобиля. От автовладельца использование метки мобилайзера не требует никаких дополнительных действий. Данную меточку достаточно просто иметь при себе. То есть она, грубо говоря, имеет такое пассивное, но очень важное воздействие. Далее можно пользоваться штатной либо дополнительной охранной системой автомобиля в обычном режиме, не обращая внимания на то, что у вас доустановлена дополнительная защитная система. Метки Starline i95 Eco, да и в принципе любые другие метки мобилайзера абсолютно совместимы с любыми охранными системами автомобиля. Штатными, дополнительными электронными или механическими. И поэтому, если вы, например, уже начинаете сомневаться в своей охранной системе, но в ваши планы не входит покупка более дорогостоящей охранной системы и тем более трата денег на ее установку, можно просто докупить иммобилайзер, до да установить его к имеющейся охранной системе, и это однозначно повысит безопасность автомобиля. Более того, современные продвинутые охранные комплексы нередко включают в свою комплектацию метки иммобилайзера. И поэтому такой способ защиты и охраны автомобиля, он признан и производителями охранных систем, ну и производителями автомобилей, так как штатные иммобилайзеры, как я уже говорил, повсеместно встречаются в современных машинах. Принцип работы мобилайзера достаточно прост, но в то же время и надежен. У нас в комплекте имеется модуль блокировки, его можно установить либо в подкапотном пространстве, либо в салоне автомобиля. Сам модуль очень компактный, он немного больше метки мобилайзера и благодаря этому модуль устанавливается скрытно так, что его не найдет практически ни один злоумышленник. Дальше все работает по следующей схеме. Если метка находится в радиусе действия радиоприема модуля блокировки, то в принципе автомобиль заводится и едет куда вам нужно. Если метки в салоне нет, автомобиль можно завести, но как только он начнет движение, начнут происходить инсценировки неисправности работы двигателя. После нескольких инсценировок неисправности работы двигателя он полностью заглушится и это будет выглядеть как будто сломался двигатель. То же самое касается и насильственного завладения автомобилем. То есть, если автовладельца попросили покинуть салон автомобиля, и он вышел с машины с вот этой меточкой, то машина далеко не уедет. Она отъедет на безопасное расстояние, будет инсценировано несколько неисправностей двигателя, после чего машина полностью заглохнет, и на ней передвигаться будет невозможно. Но злоумышленники отъедут достаточно далеко, чтобы в дальнейшем не причинить вред Самому автовладельцу. Также хочется обратить внимание на тот момент, что иммобилайзер позволяет запустить двигатель, но не позволяет начать движение, и это как раз нам дает возможность совмещать работу иммобилайзера с любыми системами автозапуска двигателя. Взломать такую систему невозможно, так как общение метки с модулем блокировки происходит на частоте 2,4 ГГц, и здесь применяется диалоговая система кодировки. Диалоговая система кодировки сигнала на сегодняшний день является самой современной и самой надежной. Ее признают многие производители охранных систем. И более того, например, у компании Starline есть грант в несколько миллионов гривен тому, кто продемонстрирует интеллектуальный электронный взлом диалоговой системы кодировки сигнализации Starline. Этот грант существует уже много лет, и его за это время никто, собственно говоря, ни разу не завоевал. Соответственно, это еще раз доказывает устойчивость диалоговой системы к интеллектуальному взлому. К дополнительным возможностям модуля Starline i95 ECO можно отнести возможность работы с замком блокировки капота. То есть можно доустановить дополнительный замок капота который будет заблокирован, пока метка не окажется в салоне автомобиля. То есть, грубо говоря, открыть капот без этой метки будет невозможно. А если под капотом у нас находится система защиты, то и добраться до нее тоже будет невозможно. Такой себе замкнутый круг. Есть метка, капот открывается, нет метки, капот не открывается и машина далеко не едет. Ну, даже в том случае, если ее удалось завести. И, кстати, если вас заинтересовала тема дополнительных замков капота, то на нашем канале есть отдельное видео, в котором мы рассматриваем несколько моделей замков от Starline. Но данный мобилайзер также может работать с абсолютно любым замком капота. В комплектацию i95 входит буквально несколько компонентов. Это модуль блокировки, две метки мобилайзера, зумер, холдер для предохранителя и сам предохранитель. Зумер у нас будет отвечать за звуковое оповещение в разных случаях, ну и в том числе, когда батарейка в метке начнет садиться. Здесь энергопотребление минимизировано уже, наверное, до максимума. От одной батарейки меточка работает в среднем около 200 дней. Это очень долго. И дальше, когда батарейка будет садиться, зуммер будет подавать соответствующий сигнал. Его желательно не пропустить, иначе, когда батарейка полностью сядет, Движение на автомобиле будет невозможным. То есть метка с севшей батарейки приравнивается к отсутствующей метке. Благо, система начинает напоминать о севшем элементе питания заблаговременно и продолжает это делать на протяжении продолжительного отрезка времени. Поэтому шансов забыть поменять батарейку у вас не будет. Итак, иммобилайзер это. Простое, надежное и универсальное решение для защиты автомобиля. Его можно использовать как самостоятельную защитную систему, так и в качестве довеска к уже имеющейся сигнализации, что превращает последнюю в уже полноценный современный охранный комплекс. Более того, использование иммобилайзера повышает надежность автомобиля, так как у нас появляется несколько степеней защиты. То есть есть защита непосредственно самой сигнализации и имеется еще дополнительная защита в виде иммобилайзера. Конкретно эта модель интересна еще тем, что она может управлять дополнительным замком капота. И в таком случае у нас появляется еще третья степень защиты, что увеличивает устойчивость автомобиля к угону. На этом у меня как обычно все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.